Отмостка – это важный инженерный элемент любого сооружения. Она защищает основание и продляет срок его эксплуатации. Современным ландшафтным решением является мягкая зеленая отмостка с покрытием из газона. Помимо эстетического значения, газон приносит ощутимую пользу. Он служит естественным фильтром, который поглощает пыль из воздуха и воду из почвы. К тому же, по нему просто приятно ходить босиком. Для устройства мягкой зеленой отмостки нам понадобится профилированная мембрана Plantar Geo, плюс комплектация, гравий, газонная трава с грунтом и бордюрная лента. Начинаем работы с подготовки траншеи. Вынимаем плодородный грунт на глубину 35 сантиметров. Он еще понадобится нам позже. Ширина отмостки составит 120 сантиметров. Оптимальная ширина отмостки минимум на 20 сантиметров больше карнизного свеса. Результаты геологической экспертизы этого дома показали, что в основании лежит песчаный грунт, а рельеф имеет естественный уклон. Поэтому в создании специальной дренажной системы нет необходимости. Создаем уклон из местного песчаного грунта. Уровень грунта у дома должен быть на 3-5 сантиметров выше, чем по краю нашей отмостки. Такой уклон позволит легко отводить всю лишнюю влагу от фундамента. Утрамбовываем основание. Если на вашем участке сохраняется опас морозного пучения, рекомендуем утеплить отмостку плитами XPS Technicol Carbon Eco. Приступаем к укладке профилированной мембраны Plantar Geo. Мембрана Plantar Geo – дренажный материал из полиэтилена высокой плотности. Его особенность – устойчивость к агрессивным средам, бактериям и прорастанию корней растений. Для удаления лишней влаги от фундамента на поверхности плантера существуют специальные отформованные шипы высотой 8,5 мм. Они образуют каналы, по которым влага удаляется в дренажную систему или, как в нашем случае, по уклону от фундамента. Геотекстиль Тайпар предотвращает вымывание плодородного грунта и защищает водоотводящие каналы мембраны от загрязнения. Мембрана укладывается поверх плит утеплителя геотекстилем вверх. Берем мембрану 1,5 метра шириной. Такая ширина идеально подходит для утепленной отмостки. Материал необходимо заводить на цоколь выше декоративного покрытия на 5-10 сантиметров. Для надежности крепления мембраны к утепленному цоколю используем краевую рейку Plantar Profile и винты R16. При соединении двух полотен мембраны на хлёст должен составлять не менее 4 выступов. Швы между полотнами мембраны проклеиваем самоклеющейся лентой Plantar Band, а швы геотекстиля – полипропиленовой клейкой лентой. Так мы обеспечим целостность дренажного слоя. Следующий слой – плодородный грунт. В данном случае мы используем тот, что выкопали из нашей траншеи. Насыпаем слой грунта толщиной примерно 25-30 сантиметров. Мы укладываем небольшую полосу из гравия перед цоколем, чтобы не повредить его при уходе за газоном. Зону с гравием отделяем от зоны с травой при помощи бордюрной ленты. Поверх грунта укладываем рулонный газон. Газон подбирается индивидуально. В качестве альтернативы можно использовать семена газонной травы. Ну вот, утепленная мягкая отмостка с Plantar Geo готова. Профилированная мембрана будет защищать фундамент от воды, а газон приживется уже буквально через пару недель и будет радовать своих хозяев.